Здравствуйте, с вами Светлана, и мы в магазинах Fix Price. Давайте посмотрим, какие новинки нам привезли. За 99 контейнер для холодильника. Он плоский, в каждой индивидуальной упаковке материал ПВХ. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Он прозрачный. Есть пяточка, при помощи которой можно на себя и открыть. И он подходит для хранения яиц. Ну, в принципе, замечательно. Сюда яйцо закрыть крышкой и, допустим, на верхнюю полку. Даже на этот контейнер можно что-то поставить, и он не будет продавливаться, так как материал хороший. Ну что, могу рекомендовать. А также для хранения в холодильнике за 99 рублей есть другой контейнер. Также он идет с пяточкой, также из ПВХ, прозрачный, запаха нет. Но здесь можно, допустим, хранить что? Можно хранить различные продукты, можно мыть в посудомойке, можно здесь хранить пельмени. А также в том контейнере, где он предназначен для хранения яиц, можно в каждый положить пельмень. Это очень даже удобно. Вот такой вот контейнер. Я вам тоже советую. Он удобный, тонкий. Много места занимать не будет. Ну а можно не для холодильника, а для каких-то других целей. Привезли друшлаки от фирмы Kitchen. Раздвижные. Были похожие. Но немного у них все было по-другому. По-другому была ручка, по-другому сам друшлак. И цвета у нас. Цвета у нас салатовый, серый и вот такой вот бордовый, кирпичный. Я вам рекомендую, зачем он нужен. Здесь все, конечно, показано, но на раковину мы ставим, раздвигаем. Сюда можно уже мытую посуду поставить. Можно также вот фрукты, овощи. Также вода все стечет. Можно для разморозки сюда положить, допустим, какие-то... Ну, клубнику можно положить, она разморозится, вся жидкость у нас сольется в дырочки. Я вам рекомендую, хорошая вещь. Стаканы с трубочкой нам привезли за 55 рублей, 300 миллилитров. Красивый стакан, сам стакан, стекло. Стекло и вот такое вот рифленое, красивое. Крышка металлическая и трубочка тоже металлическая. Вот как раз трубочка не очень удобная, она будет бить по зубам. Можно купить и сюда заменить, допустим, другую трубочку. Так как стакан и сама крышка очень красивая, цена очень приятная. Но вот трубочка металлическая, по зубам будет стучать не очень приятно. Нужно менять трубочку. 55. Привезли нам мельницы для специй. 99 рублей. Можно сюда соль помолоть, допустим, крупную. Можно также перец. Цвета какие у нас? Цвета у нас зеленые. Колпачки. Черные. И малиновые. Цветная часть у нас из ПВХ, металл и стекло. Качество неплохое. Кто покупал, скажите, ножи быстро тупятся или нет? Вообще по дизайну очень даже неплохо. А также это салфеточница. Нет, это не салфеточница. Это тоже для специй, соли и перца. Открыть не могу показать, но это два листочка. Два листочка для соли и, допустим, для перца. Симпатично смотрится, кому по дизайну подходит, рекомендую. А также это не новинка, но хочу вам напомнить, так как различные цвета нам привезли, это емкости для специй. Всего лишь 25 рублей. И сейчас закроем, посмотрим. Крышка крепко закрывается. Да, крышка закрывается хорошо. И нажатием большого пальца здесь вот у нас, допустим, для соли
палец круглый. Также они разные вообще. Вот давайте, вот. Есть круглые, есть цветочки. Я себе такие покупала, очень удобно, так как в шкафу очень хорошо вот так вот стоят друг с другом, рядышком. Мало занимают места. И можно также подобрать по специю, по цвету. Желтый, голубой и малиновый. В новинке у нас от компании Бунху за 77 перчатки с манжетами. Две пары в наборе. И посмотрите, какие манжеты. Манжеты у нас с рисунком. Прозрачные. И открыть их невозможно, так как они вот здесь вот запаяны. Кто покупал такие, подскажите, хорошие они или нет, потому что это новинка. И когда мы одеваем перчатку, есть манжет, чтобы даже не намочить ту одежду, в которой вы моете посуду, допустим, или убираетесь. Тряпочки для уборки. 4 штуки в наборе, 28 на 28. Они универсальные. И посмотрите, какие приятные цвета. 99 рублей. Цвета различные. Подобраны по оттенкам. Это очень приятно. На кухне у нас будет порядок по цветам. Что этими перчатками, что этими тряпочками можно убирать? В ванной и кухне. Напольное покрытие, стеклянное покрытие. Я вам их рекомендую убираться ими одно удовольствие, тем более еще и эстетическое. В новинке в наших магазинах чехол для обуви с крышкой за 99 рублей. Цвета различные. И как смотрится этот чехол. С обратной стороны чехол, как у всех чехлов, допустим, материал такой же, как и у для одежды верхней, дышащий материал. А вот с обратной стороны прозрачная крышка, молния. И вот я открыла один из них, посмотреть, стоит ли вообще покупать этот чехол для обуви. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 отделений. Чехол сам мягкий, нет никакой жесткой основы. И, допустим, обувь положить, она вот будет там кататься по всему этому чехлу. Нет креплений никаких. Это минус большой. Большой плюс в этом чехле – это прозрачная крышка, где мы будем видеть, какая обувь катается по этому чехлу. 99 рублей, я вам не рекомендую его. Очень мне понравились вот такие вот органайзеры. За 99 рублей, также с крышкой. Крышка прозрачная, размер указан. Какие же у нас есть цвета? Цвета есть очень приятные, голубые. Для любого дизайна черные. Травянисто-зеленые. Приятно очень фиолетовые. Для детских комнат, для девочек. Есть вот такие вот коробки с крышкой и окошком. Размер вам показан. Вот эти вот коробки я вам очень даже рекомендую, но 199 рублей цена. Два цвета у нас, розовый и фиолетовый. А вот такие органайзеры точно так же, как и на рисунке указано. Мне они понравились, я уже покупала, вам рекомендую с удовольствием. У нас замечательные коробки. Коробки розовые и коробки серые. Цена у них 99 рублей. Коробки без крышек. По крайней мере, я не нашла ни одной крышки. 99 рублей. Но я вам не рекомендую. Посмотрите, какие мягкие. Они лопнут. И неудобно ими пользоваться. У них есть две ручки. Они с решеточками такими. Но материал ужас. А также у нас есть ванночка для краски. 50 рублей. Кто делает ремонт сейчас дачи, рекомендую вам такую ванночку. И в новинке у нас идет вешалка.
Вешалка 25, 10, 14. Цена у нее 149 рублей. А на этом все. Пока-пока, с вами была Светлана. У вешалки 1, 2, 3, 4, 5, 5 крючков. И есть такой кронштейн. Эту вешалку можно повесить на дверь. На дверь в прихожей, в комнате в детской, за дверь. Дверь вот так вот крепим, кто не знает. И можно повесить сюда и сумки, и ранцы, и портфели, все что угодно. Такой вариант я вам советую. Пока-пока, до новых встреч!